Здравствуйте, в эфире общественно-политическая программа «Многоточие» и я, Владислав Копылков. Сегодня у нас в гостях Лайне Рандьер, вице-спикер парламента Эстонии и член партии «Реформ». Добрый день. Здравствуйте, спасибо, что нашли время к нам прийти, знаю, что вы очень заняты. Ну, давайте сразу с места в карьер. Почему вы решили стать кандидатом на пост мэра Талли? Ну, я хочу, во-первых, уточнить, что это кандидат в кандидаты. Да, еще, то есть у нас между собой будут дебаты и конкурировать будем с другими коллегами из нашей партии. И я надеюсь, что тогда 17 августа наши члены из нашей партии будут решать, кто из нас, сегодня у нас три кандидата в кандидаты, будет лучший кандидат уже в посты на пост мэра. Я думаю, что это очень интересный вызов. Все-таки Таллин это столица нашей республики. У меня есть опыт. Я работала 5 лет в мэрии. Из этого 3 года была мэром города Тарту. Конечно, не сравнить по числу жителей эти города между собой, но в принципе функции в одном городе, в местном управлении, они похожие. Или людей 100 тысяч, или 400 тысяч, или миллион. В принципе, люди живут дома, у себя дома, ходят на работу, дети ходят в школу, в детский сад, они хотят по вечерам идти в театр, кино или на тренировку, и они хотят, чтобы у них была теплая вода, чтобы у них было зимой тепло, а летом прохладно. И вот такие каждодневные желания у жителей одного или другого города, они в принципе похожи. У меня есть опыт, я представляю, я не только говорю лозунги или, или там говорю, что-то надо сделать больше и что-то надо сделать гуще или лучше. Я просто знаю, что мэр города должен думать не столько о политике, сколько о каждодневной жизни жителей города. И можно сказать, что мэр города это, наверное, как родители, как мама или папа, который думает, как их дети, вот о ком они заботятся, себя чувствуют, чтобы им было хорошо жить. И не самое главное то, в какое типа мирозрение. То есть у вас все-таки такая философия больше day by day, а если смотреть на какую-то дальнюю перспективу, вот как вам кажется, почему именно вы достойны стать кандидатом в мэры от партии «Реформ»? Вместе с вами еще свои кандидатуры выставили Вальдо Рампере и Юрген Лиги. Все-таки почему именно вы и философия day by day, то есть решать каждодневные проблемы по мере их поступления, а вот на какую-то дальнюю перспективу у вас есть план развития Таллина? Ну, я хочу как раз возразить, я хочу сказать, что это не главная работа, думать только о каждодневные вещи, но это одна из очень больших частей этой работы. Естественно, мэр города должен смотреть в перспективу на 50 лет, может быть, вперед, делать планы, в какую сторону должен город развиваться. Но это не работа одного человека. Я считаю, что это работа команды. И поэтому надо, чтобы этот человек, который руководит вот всей этой командой, умел думать не только большие стратегические планы, но и еще не забыть то, что вот у нас тут близко перед носом, что вот каждодневная жизнь. То есть, чтобы не было ни с одной, ни с другой стороны не перегибать палку ни в одну или другую сторону. Почему я считаю, что я хороший кандидат? Я думаю, что очень важно в городе Таллине, где очень много людей, которые не говорят на эстонском языке, как на своем родном языке. Может быть, они говорят, они понимают, но их родной язык не эстонский. Мы не говорим, этот русский язык или белорусский, или украинский, или армянский. Я думаю, что у меня по моей натуре, по моему опыту, есть сердце и ум понять всех людей, и тех, которые говорят по-эстонски, как на родном языке, и тех понять, которые говорят на других языках. Интересно. Ну, давайте все-таки больше конкретики. Вот конкретно, что вас не устраивает в политике мэрии Таллина сегодня, и конкретно мэра Таллина Эльгера Сависара,
И что бы вы изменили, если бы вы стали мэром уже завтра? Вот первые ваши шаги. Что бы вы сделали не так и что вас не устраивает сегодня? Ну, во-первых, надо пересмотреть, если говорить прагматично. Вот я хочу сказать, что работа мэра города, с одной стороны, она прагматичная, каждодневная, связана с бюджетом, в первую очередь. И другая половина – это эмоциональная. То есть встречаться с людьми, им что-то говорить или доказывать, или их мысли в какую-то в одну или в другую сторону направлять. То, что я могу сделать завтра, то, что я уже и делаю, это то, что я считаю, что нельзя в городе Таллине работать как Юлий Цезарь, Divide et Impera. Да? Я думаю, что здесь вот эти разные диаспоры, разные организации, разные люди, надо не различать друг от друга, а сливать. То есть не это популярное слово «интеграция», оно мне абсолютно не нравится, но то, что говорить в одной инфосфере одни вещи, то есть на русском языке одни вещи, а на эстонском языке совсем другие, я считаю, что это неправильно. Например? Ну, рассказывают, если мы говорим сегодня о газетах, например, которые «Пиалин» и «Столица», то там разная информация. Эстонским читателям говорят одно, а русским читателям говорят совсем другое. То есть информационное поле надо соединить. Это может быть на разных языках, но эта информация должна идти одинаковая. И я думаю, что здесь вот как бы эта популярность старается сегодня победить. Вот как раз в неэстонской диаспоре сегодняшний мир, что делать. С другой стороны, если мы говорим о бюджете, о конкретных практических вещах, то очень много сегодня идет денег на бюрократию. То есть там очень много советников, целая прорва, там у нас есть 5 вице-меров, а 23 советника. Я думаю, что это, наверное, слишком много. С другой стороны, телевидение таллинское, это же деньги идут от всех налогоплательщиков, смотрят 0,02%. То есть 0,02%, может быть, процента из жителей, но туда идут большие деньги. Те же самые газеты, о чем я говорю, наверное, они сегодня очень политические. Они сегодня делают за деньги всех граждан, которые живут в городе Таллин, делается политическая реклама. То есть вот такие вещи, я думаю, надо как бы санировать. То есть это тоже не может делать один человек, мэр города. Если он не финансист, надо, чтобы была хорошая команда, которая переработала, просмотрела этот бюджет. Конечно, этот бюджет невозможно сделать дословно завтра. Это бюджет делается осенью на следующий год. Но я думаю, это очень большая работа будет после выборов 20 октября, если будет новая коалиция, все-таки пересмотреть вот все эти ряды, куда сегодня давайте максимально упростим эту ситуацию. То есть, например, вы пришли, стали главой Таллина, у вас своя команда. Вы закрыли таллинское телевидение, ну, например, нашли еще деньги в бюджет, закрыв какие-то пропагандистские проекты, популистские проекты и так далее. Вот у вас появился баланс, у вас появились деньги. Куда вы эти деньги будете вливать первым делом? На что? Детские сады, школы, куда? Дороги? Первым делом надо их распределить по этим разным отраслям, потому что невозможно сразу все деньги переливать с одного кувшина в другой. Да? Сегодня нужды очень много. Я думаю, что важно работать, конечно, с дорогами, а еще тем, что под дорогами, то есть под асфальтом. Под асфальтом трубы. У нас очень старые коммуникации, которые некоторые из них уже 60 лет старые. Вы представляете, один день они там лопаются, и не будет или воды, или не выходит канализация. То есть у нас очень большие жилые районы, Мустаме, Уисме, Ласнаме, где надо пересмотреть вот эти коммуникации. Ласнаме, наверное, самые новые сегодня все-таки по качеству. А Мустаме, например, уже очень больше, чем 25 лет амортизируются эти коммуникации. И сегодня слишком мало туда вкладывается денег, около 4 миллионов только в год. И я думаю, что это никак даже не держит эти коммуникации на уровне. И, конечно,
Сегодня мало мест в детские садики, и детские садики довольно бедно живут, они очень стараются. Я хвалю этих людей, которые там работают, родители, которые помогают. Они делают прекрасную работу, как люди со своими детьми. Но вот эта помощь, финансовая помощь от города тоже должна быть побольше. Но если случится катастрофа вот с коммуникациями, то этим будут недовольны тысячи и тысячи жителей города. Так что здесь надо смотреть вот эти разные отрасли. Я думаю, что также надо еще рассмотреть очень тщательно вот финансирование наших кружков, кружков детей, которые или спортивные, или культурные. Потому что там очень много недовольства, очень много идут эти деньги как бы в одно русло. И я думаю, что эту систему распределения денег поголовно надо тоже так же пересмотреть. Может быть, конечно, если есть возможность туда добавить. И чем я еще недовольна, это то, как сегодня город и государство между собой ругаются. Конечно, нельзя сказать, что это вина одной или другой половины только. Вот тут такая взаимное отношение. Это может быть, с одной стороны, кажется, что не стоит денег, но с другой стороны, если берутся такие законы в городе, что вот государство должно по этим решениям там переделывать опять свои законы или как бы это уравнивать все. И от этого сегодня это влияние идет на другие города также в республике, не только в городе Таллине, то здесь как бы надо, может быть, ну, как джентльмен, может быть, слишком мало сказать, но вот думать стратегически, что если ты мэр столицы, то ты не можешь думать только о своей столице. Столица – это все-таки город, который представляет все государство, да, в международном отношении. И также ты должен быть гражданин в самом глубоком смысле, не просто не призывая из властей вокруг Таллина всех людей сюда себя регистрировать, чтобы они могли бы проезжать бесплатным транспортом и этим себе набирать жителей города. А это же значит, что все эти люди, которые сюда зарегистрируются, они придут и спросят место в детский садик своим детям или место в школу. А это мы не готовы, город не готов вот к этому. С одной стороны, приезжайте все сюда, зарегистрируйтесь, тогда будете ездить на бесплатном транспорте. Откуда идут эти деньги? Вчера у меня спросили, а у нас почему у больниц парковка стала платной? Потому что если мы хотим бесплатный транспорт, то это бесплатных обедов не бывает. Значит, надо откуда-то другого места эти деньги брать. То есть вот этот баланс сегодня как бы популистический. Очень нехорошо сказать, вот транспорт у нас бесплатный, приходите к нам все сюда, зарегистрируйтесь, пусть ваши налоги приходят в Таллин. С другой стороны, поднимают плату на парковки, увеличивают этот регион, где перед своим личным домом ты должен парковать за деньги. Так что я думаю, что здесь есть о чем подумать. В своей статье на Дельфи вы написали, что горуправо Таллина – пропагандистский аппарат, который действует в духе советского времени. Какие элементы советского времени вам видятся наиболее вопиющими в работе горуправы? Ну, я думаю, это демагогия такая, потому что во время советского времени, вы, наверное, не помните, вы молодой человек. А я помню, потому что всякие лозунги, пятилетку за 4 года, там, что вот мы самые хорошие, и у нас все очень хорошо удается, или вот наше дело правое, там, только мы делаем правильно, другие делают неправильно, или, например, то, что тебе дают половину информации, а не всю информацию. Вот это то, как раз о чем я говорила, что на одном языке говорят одно, но на другом другое, говорят то, что вот как раз эта диаспора хочет, может быть, услышать, или просто проблемы, которые
некоторые коррупции, например, свои люди всюду суются, эти люди должны быть вступать в партию, им платят деньги, или, например, ну, конечно, во время советского времени не было комментаторов в интернете, но, наверное, были люди, которые поднимались на разных собраниях партийных и говорили то, что надо, чтобы, и вот как бы боятся люди, мне кажется, это очень плохо, что люди говорят, что мы должны вступить в партию, а то мы будем лишаться места работы. Вот это, по-моему, неправильно. И вот такие похожие вещи были в советское время. Если ты хотел делать карьеру, ты должен вступить в коммунистическую партию. Это очень многие сегодня вспоминают, какие были трудные времена в то время. Но вам кажется, что такую политику проповедует только таллинская горуправа и, например, о сотрудничестве города Таллина с эстонским государством? Ведь Ансип тоже сказал, что с центристами он сотрудничать не будет ни на каких условиях. То есть вам не кажется, что перегибы, ну, какие-то маленькие перегибы, я бы, конечно, не назвал, что прямо советский аппарат диктует, есть с двух сторон? Ну, это то, что я сказала в уже своей предыдущей тут высказываниях. Я сказала, что это не односторонне. Хорошо, мы поговорим во второй части нашей передачи о политических скандалах, которые происходят в партии «Реформ». Напомню, что у нас сегодня в гостях вице-спикер парламента Эстонии Лайне Ранъярв. Меня зовут Владислав Копылков. Оставайтесь с нами, скоро вернемся. «Сана» – представительный магазин «Салон» в центре Таллина, импортирующий ткани со всего мира. Это более 20 лет работы на радость тем, кто предпочитает шить своими руками. «Сана» – это стильные, модные ткани. Приходите познакомиться с новой коллекцией натуральных тканей из Германии. «Сана» может предложить вам многое и всегда на шаг впереди других. Телеканал «Арсен» и игра «Улыбка Фортуны» представляют розыгрыш призов. Для участия наберите в мобильном телефоне через пробел два ключевых слова «Ор», «Ор Сент» и отправьте их на короткий номер платной линии 13013. В связи с расширением автопарка фирма «Парметранс» набирает водителей для международных перевозок. Работа на современной технике и за достойную зарплату. Работодатель предоставляет полные социальные гарантии и все необходимые страховки. Информация на страничке www.parmetrans.ee и по телефону 5-103-870. 5-103-870. В Тойла-спа проводят уникальное обертывание с грязью Мертвого моря, которое обладает очень эффективным лечебным действием. Сильный терапевтический эффект грязи Мертвого моря обусловлен ее богатейшим составом микроэлементов и целебных веществ. Грязью Мертвого моря можно лечить заболевания кожи, суставов, она помогает при целлюлите. И это все у нас в Эстонии. В Тойла СПА. Артекон Радио Таллин. В эфире общественная политическая программа «Многоточие». Напомню, что меня зовут Владислав Копылков. Сегодня у нас в гостях вице-спикер парламента Эстонии Лайне Ранъярв. Мы продолжаем, и давайте перейдем к обсуждению последних политических скандалов, которые связаны с партией «Реформ», в которой вы состоите. Вы учились на дирижера. И на своем сайте вы пишете, что ваши профессиональные навыки дирижера помогают вам в политике. Скажите, вот если сравнить политическое устройство, например, партию с хором или оркестром, то с точки зрения дирижера, что сейчас в партии «Реформ» не так? Кто фальшивит, кто не попадает в ноты? Что происходит и как изменить эту ситуацию? Очень хорошее сравнение, я вас благодарю за этот ремарка. Я действительно всегда говорила, что моя профессия хорового дирижера мне очень сильно помогает в политике, потому что человек, который руководит хором, это не только человек, который стоит перед коллективом, поднимает руки и начинает ими махать. Перед тем, как махать руками, надо проработать команду, настроение команды, действительно их навести на один тон, на одно вдыхание, на один ритм.
То, что сейчас, к сожалению, происходило в конце мая, что мы увидели, это всех ошеломило. Абсолютно все, не только дирижеры, не только спортсмены, не только люди, которые, может быть, каждодневно работают в своей профессии как руководители команды, были ошеломлены. И просто было стыдно, что среди нас есть люди, которые вообще додумались до таких схемов. Я думаю, что мне даже очень трудно сказать, дал ли кто-то фальшивую ноту. Я тут думаю, что просто человек, если мы сравниваем это с музыкой, наверное, человек, у которого просто нету музыкального слуха, или слон наступил на ухо. То есть в этом контексте просто не было таких правил вообще предусмотрено. То есть в хоре не поет человек, который и не имеет слуха и не хочет петь. И здесь я хочу сказать, что мы не видим места для людей, которые не соблюдают правила и не соблюдают эти договоренности, которые есть у одной команды, что не фальшивят и не употребляют злорадно то, что люди им доверяют. То есть обычно партия – это членство людей, которые думают одинаково, они друзья, они друг другу доверяют. И вот я думаю, что это был как бы как ножом в спину такой удар, потому что никто это просто не ожидал. Конечно, можно сказать, что правила должны быть круче, и что нельзя так голосовать или по-другому, или еще там какие-то должны быть фильтры в интернете, чтобы кто-то мог, не мог там что-то сделать. Но просто понимаете, когда эти системы все строят и подготавливаются, люди ведь думают об этом, какие у них у свои нравы есть. Если у тебя нету в голове этой системы, что ты хочешь кому-то напакостить или наврать, или сделать что-то фальшивое, тогда ты просто не сумеешь вот предусмотреть такие вещи. И что я хочу сказать, очень и очень важно. Сейчас эта проблема, которая у нас возникла в партии, очень и очень сильно бьет по доверию электронной системе, то есть электронного голосования государстве. И я думаю, что это одно из самых больших проблем сегодня. С людьми мы как-нибудь договоримся между собой, но то, что сегодня люди не понимают, что это две очень-очень разные системы. То есть то, как баллотируется в одной партии на интернетном сайте, которая построена на доверие и на понятие друг друга, и другая система, которая очень и очень тщательно разработана, чтобы и хакеры туда не пошли, то есть это только по карточке идентифицированной, ID-карточке, mm-hmm. или эта система очень сильно разработана, и я думаю, что это очень доверительная система. То есть сегодня человек организовал такую проблему, что очень многие люди, которые не понимают, что это разные, две разные системы, не будут доверять этим другим выборам, которые состоятся в октябре или еще через два года. Госпожа Райнер, если все-таки немного вернуться назад, вы уж простите меня за пафос, но вот вы можете положить руку на сердце и сказать, что в этой ситуации, в скандале с Кристиной Ойланд, ее наказание было адекватно проступку, и что только она была виновата настолько, чтобы быть изгнанной из партии, что остальные были виноваты не так сильно, да, как она. Я могу это сегодня сказать, и действительно, я это не говорю не из эмоций, у нас имеется очень тщательный материал работы, и это не было только, что люди пришли и переговорили между собой, это было на факты, они была, в общем, фактура. Была фактология, и вот на эту фактологию было сделано такое определение, и
Я должна сказать, что Кристина Ойланд действительно не была одна. То есть сегодня мы знаем, что кроме Кристины Ойланд еще 3 человека выступили из партии, которые были причастны к этому делу, то есть которые знали и никому не сказали, то есть работали с ней сообща. И я думаю, что то все, что мы видели в промежутке, как человек, ну, с одной стороны, естественно, старается себя как бы вымыть, но как вместо того, чтобы повиноваться и понять свою вину, начинает всех остальных грязью обливать. Я считаю, что это очень нечестно. И если уж вышла эта штука, которую она там придумала, которую никто другой не мог даже додуматься, что такое может быть и случиться, начинает всех остальных обвинять. То есть я считаю, что с одной стороны это все кажется очень грязно, потому что каждый раз, когда кого-то обливают грязь, ты в конце концов не помнишь, ты обливал или тебя обливали, да? И теперь сегодня вот по этому поступку можно сказать, вроде бы все грязные. Вот это я так ненавижу вот такую ситуацию, что люди несовестно, которые поступают, сегодня вовлекают вот в эту такую грязную систему тысячи людей. Сегодня каждый человек, который член партии «Реформ», чувствует вину из-за этого, что там 3-4 человека что-то придумали. Это я считаю, что наша партия сейчас очень правильно себя ведет, что эти люди были исчислены из партии, и мы очень тщательно все этот материал разрабатываем и все время даем информацию прессе. На интернетном сайте вы можете прочесть все эти документы, они все опубликованы. То есть там нет. Вы сами можете посмотреть и решать. Я думаю, что наши телезрители смогут найти информацию, могут. Если это надо, да, что они на доступны. Сайте reform.ee. Да. Ну, все-таки, если вернуться к разговору о совести, о правильном поведении, вот председатель Совета Банка Эстонии Март Лар посчитал нужным высказаться на эту тему и написал письмо, в котором он обращается к партии «Союз Отечества и Республика» и говорит о том, что у партии есть возможность выйти из этого тупика и покинуть коалицию, тем самым открыть дорогу для создания новой правительственной коалиции. Ну, говоря о том, что нужно выйти из коалиции с партией «Реформ» и пытаться создать будущее, какую-то новую коалицию. Как вы можете прокомментировать эти слова? Ну, мне очень трудно их прокомментировать. Я считаю, что это было несправедливо сказано с его стороны. И сегодня я хочу сказать, что это не проблема всей партии, которая у нас в реформ-партии. Эта проблема была нескольких людей, которые сегодня исключили. То есть то, что сказать, что то, что случилось в одной партии, где 13 тысяч человек, там всякие могут быть. Точно такие же проблемы были у партии, у этой партии, которую возглавлял Март Лар, были проблемы Понятно. И так далее. То есть, что я хочу сказать, что если трудные времена у одной или другой партии, то надо себе разъяснить, это проблема всей партии, то есть все так думают, или это была проблема какой-то маленького числа людей, которые сегодня уже не работают в этой партии. Я думаю, что надо как бы своего партнера поддерживать и понимать, так как партия «Реформ» поддерживала партию Март Лара, всегда решила, что вот партия сама должна свои внутренние проблемы решать. Так что я думаю, что здесь есть на чем надуматься, и люди, которые сегодня в коалиции, которые работают и в правительстве с партией Отечества и Республика, они сегодня думают иначе, они не согласны с Март Ларом. Закроем эту тему, поговорим о моей любимой теме интеграции в Эстонии. Вы о ней тоже часто пишете и говорите. И вот в одной из своих статей на том же портале Delphi вы рассуждали на тему интеграции и написали, цитирую вас: «Если же относиться ко всем живущим в Эстонии людям с должным уважением, то и необходимость кого-то интегрировать в том или ином направлении сама собой отпадет».
Вот такая штука, на мой взгляд, среди русскоязычных жителей Эстонии есть несколько групп, я тоже об этом писал. Вот самая большая группа – это те, кто знают эстонский язык, работают в эстонских коллективах, считают Эстонию своим домом, своей родиной и так далее. Но есть еще и другая группа, и это тоже нужно признать. Это те люди, которые считают Эстонию не своим домом в понятии родины, а, скажем так, местом проживания. И вот этот вот у них гордость, граничащая с шовинизмом, не позволяет им пойти, например, и учить эстонский язык, работать в эстонских коллективах и так далее. И вот хочу вам привести абсолютно карикатурный образ представителя этой группы. Да? Например, мужик сидит с бутылкой пива у телевизора, смотрит российские новости, не знает о том, что происходит в эстонском государстве, не хочет учить эстонский язык и, естественно, что винит в том, что его социальный статус недостаточно высок, правительство, отдельных чиновников и так далее. И, естественно, никакого уважения к эстонскому государству, как к независимому государству, как к своей родине у него нет. И вот вы предлагаете относиться к таким людям с уважением. А вам не кажется, что им, в принципе, плевать, с уважением к ним относится государство или с неуважением, если они априори это государство не уважают, считают, что независимость – это ошибка, что должна восстановиться какая-то империя, должна восстановиться советская или новая евразийская и так далее. Вот как быть с этой группой? И, на мой взгляд, она не так уж малочисленна, чтобы игнорировать эту проблему. Ну, у меня к вам в ответ вопрос. А как вы считаете, должно правительство относиться ко всем людям, которые живут в одном государстве? Уважительно или неуважительно? Уважительно, но здесь приводится система, которая должна работать на интеграцию. Да, то есть смотрите. Уважительно нужно относиться априори. Но для того, чтобы интегрировать такого человека, мне кажется, недостаточно относиться к нему уважительно, потому что ему плевать, уважительно или неуважительно. Знаете, у меня такая философия. Во-первых, ко всем людям надо относиться уважительно. И то, как этот человек отреагирует, это зависит от него. Насильно мил не будешь. То есть у меня философия такая. Интеграцию насильно, кого-то тянуть из одной стороны в другую, нет никакой возможности. Все равно, сколько туда денег не вложить, какие мероприятия не сделать. Люди, которые недовольны государством, это не зависит от этого, говорят на русском языке, на эстонском языке или на финском языке. Всегда есть люди, которые недовольны тем, что делается. То есть их как бы насильно сказать, что вот любите нас, или любите государство, или любите правительство, любите. Если человек хочет, он любит эту страну. И он может лучше ее любить, если его уважают. Если я уважаю, то я сделала от себя все, чтобы дать возможность этому человеку, кто бы он ни был, тоже уважать и любить эту страну. Если он это не хочет, ну как вы представляете, что это сделать? Всегда будут люди, которые не будут довольны, которые не хотят не заниматься, не интересоваться, не учить, не понимать. И я думаю, что поэтому я говорю, мне кажется, эту интеграцию насильно делать вообще не надо. То есть я считаю, что надо давать пособия для того, чтобы, например, культурные общества могли проводить воскресные школы, учить свой язык детям, свою культуру изучать, танцевать свои народные танцы, петь в своем хоре, посещать свою страну и сюда приглашать людей, которые бы рассказывали о их культуре. Это то, что мы можем сделать. Мы можем дать пособие тем, которые хотят учить эстонский язык. Как вы представляете, чтобы вы возьмете одного гражданина, его посадите за парту и говорите ему, учи эстонский язык, если вами, он это не хочет? Я с вами абсолютно согласен, и мне кажется, что не работает как и в кавычках насильственная интеграция, так и разговоры о том, что со временем, если появится уважение к этим людям, то они станут частью эстонского государства, эстонского общества. Ведь речь не о том, что он не любит правительство. Правительство можно любить или не любить, критиковать или не критиковать, это не важно. Дело в другом. Дело в том, что он не то, что не любит это правительство, он не любит априори эстонское государство, но он просто его не принимает. А что же он делать? Хочет, чтобы русский язык был вторым государственным, например. Я хочу сказать, что
Всегда есть люди, которые хотят одно, другое или третье. Я думаю, что задача эстонского государства – править эстонским государством. Сделать все для того, чтобы по-человечески, как граждану, тебе здесь было хорошо жить. Если ты принимаешь эти, что тебе предлагают, тогда тебе будет хорошо жить. Если ты это не принимаешь, игнорируешь, не хочешь информацию, не хочешь язык, значит, у тебя закроются некоторые ворота. То есть, если ты не умеешь язык, ты не можешь идти сдавать экзамен на гражданство, например, если ты не гражданин, ты не получаешь какие-то работы, которые сегодня нуждаются в категориях одного или другого категории знания. Понятно, что языка. Возможности закроются. Просто мне кажется, что этот человек, который вот сидит и говорит, что я вот не хочу или хочу что-то другое, просто-напросто закрывает себе ворота.